Просмотры падают, дизлайков куча, все меня оскорбляют. У меня ничего не выходит. Я никак не могу стать популярным. А тем ли я вообще занимаюсь? Может быть, стоит это все оставить и попробовать что-то новое? Может быть, YouTube это не мое? Всех приветствую, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Малфой, и хотел бы сразу же извиниться за прошлый ролик. Я просто хотел кое-что протестировать, и в принципе у меня получилось. На будущее, таких черных экранов больше не будет. Мои извинения будут очень простые, но думаю, они вам понравятся. Мои извинения — это конкурс. Конкурс очень неплох, даже больше вам скажу. Будет один победитель, который получит возможность сняться со мной вместе в отдельном ролике. Абсолютно неважно, парень ты или девушка, сколько тебе лет. Главное, чтобы у тебя было желание. Ну и хотя бы более-менее нормальный микрофон. Если уж ты не хочешь попасть в ролик, то ты можешь выбрать альтернативу – 1000 рублей. Условия просты до невозможности. Первое – это подписка на мой канал, лайк на этот видос и комментарий под данный видос. Победителя выберет система. Можно флудить комментариями, но поверьте, это далеко не факт, что если ты напишешь больше 100 сообщений, ты выиграешь. Это далеко не так. Может быть, и выиграет тот, кто напишет всего лишь один комментарий. Ну, вы знаете, что такое рандом, поэтому, думаю, вам объяснять не нужно. Я желаю всем удачи, и итоги будут через ролик. То есть выйдет ролик, и уже следующий ролик после него будет с итогами конкурса. В этом ролике я хотел бы рассказать, как Самп, в частности Самп YouTube и проект AdvanceRP повлияли на мою жизнь. История будет интересная, поэтому присаживайтесь поудобней. Мы начинаем. В Самп я начал играть в 2012 году, и на то время я даже не представлял, как эта игра повлияет на мою дальнейшую жизнь. Кардинально моя жизнь начала меняться в 2018 году, когда я начал заниматься Ютубом. До этого, благодаря Сампу, я более-менее подучил русский язык. Каким-то чудесным образом почти убрал свой украинский акцент. Да и вообще, грамматику по-русскому я немного подтянул. В Сампе я познакомился с многими людьми. Очень часто болтал в скайпе, из-за чего у меня развилось такое качество коммуникабельности, то есть способности к общению. В 2018 году, на то время, у меня, в принципе, было очень много свободного времени. И даже несмотря на то, что мне было нужно сдавать экзамены, как бы готовиться нужно было, я как-то забил болт, и почему бы не попробовать себя на ютубе? Там, постримить, поснимать ролики. Ну вот я и попробовал. Я начал пилить ролики, делать прямые трансляции, и в то время... Да и сейчас я получаю очень много удовольствия от этого. Я прям кайфую просто от общения с людьми. Просто от того, что я делаю ролики, делаю видосики, вот. Как вспомню, первые 1000 подписчиков, потом первый контракт с СВЛ. Вот тогда я начал зарабатывать, так скажем, свою первую копеечку. На то время я прям визжал от счастья, просто играл в игру и получал за это деньги. На то время я зарабатывал реально копейки, но и то, весь свой заработок, эти копеечки я тратил на оборудование. Банально вебка, клавиатура. Это уже потом я себе купил и компьютер. Сам, между прочим, без родителей, без помощи родителей, сам накопил и сам и купил. Позже, как вспоминаю, это сотрудничество с SampRP. Я действительно много чего узнал нового в плане Ютуба, в плане Сампа вообще. Познакомился тоже с многими людьми, которые в будущем, так скажем, мне немного помогли. После этого сотрудничество с Адвансом. В принципе, я до сих пор с Адвансом и сотрудничаю. И вот этому проекту, на котором я снимаю до сих пор, повторюсь, я очень сильно благодарен. Если что, кто желает, может играть вместе со мной. IP есть в описании, синий сервер. Также не забывайте про мой промокод. После регистрации в 10 пункте МН вводите мой промокод MALFOYNABLUE, и вы получите 130 тысяч и удвоенный опыт, удвоенную прокачку. Все есть в описании, братишка, не забудь заглянуть. Так вот, благодаря проекту AdvanceRP я, грубо говоря, перестал зависеть от родителей. Даже я больше скажу, я им сам иногда помогаю финансово. Я просто не представляю, а что было бы, если я бы не зарабатывал деньги на ютубе? Я не представляю, как бы они меня тянули. Банально оплатить учебу — это 50 тысяч рублей в год. У меня родители далеко не богатые, отнюдь. Папа работает обычным работником на заводе, а мама обычный учитель. И им было бы очень сложно вытянуть меня. Но, так скажем, этого не произошло. Я имею то, что имею, и можно сказать, это все благодаря вам. И поверьте, мою благодарность выразить словами, я не знаю, я вам очень сильно благодарен, вот каждому из вас, кто смотрит данное видео. Да, я понимаю, что, так скажем, в этой жизни мне крупно повезло, и я даже не знаю, есть ли такие зрители, которые досмотрели прямо до этого момента, но просто хочу всех,
всех-всех-всех поблагодарить за вашу поддержку. Повторюсь, если бы не вы, было бы очень сложно мне по жизни. Я рад, что занимаюсь любимым делом, делаю для вас видосики, делаю стримы. Это мне нравится, и это нравится вам. И я чувствую поддержку от вас. За последний год я много чего переосмыслил, и знаете, я всегда старался, так скажем, развиваться в плане YouTube, какие-то новые фишки делать, как-то там улучшать качество контента. И вот я решил, как только я перееду, куда точно я еще не определился, у меня есть два варианта, либо в общежитии, либо же буду снимать обычную комнату. Увы, на квартиру у меня еще денег нет. Можешь, кстати, проголосовать в вопросе, где будет мне лучше. Жить впятером в тесной комнатушке и стримить вместе с братанчиками. Но это я про тараканов. В общаге? Либо же снимать комнату у какой-нибудь психически ненормальной бабки, которая будет врываться во время стрима и делать мне контент. Ну, это уже, так скажем, ваше дело, голосуйте. Но в любом случае, когда я перееду, я в обязательном порядке куплю новую вебку C922, качество будет на высшем уровне, я куплю себе новое освещение, два софтбокса, то есть картинка будет намного лучше, я себе куплю SSD-накопитель и новый жесткий диск, и вы реально заметите, как планка качества вырастет на моем канале. Компьютер будет быстрее работать, да и сама вебка, освещение будет тоже лучше. И в принципе, я думаю, пора уже обновиться и делать лучше, лучше, лучше. Я надеюсь, вы меня поддержите своими лайками. Братик, если ты уж и до этого момента досмотрел, я не знаю. Честно, спасибо тебе огромное за поддержку. Давайте так, если ты досмотрел до этого момента, то в комментариях напиши кодовое слово. Пускай будет это «Барон». Пиши в комментариях «Барон», если ты досмотрел до этого момента. Для себя уясню, кто действительно преданный подписчик на моем канале. А я тебе очень благодарен за просмотр. Спасибо, что вы есть. Играйте на лучших проектах Advanced Republic. Всем удачи и всем пока.